Телерадыокампания «Гомель» начинае новы проект – цикл відэаматэрыялаў, прысвечаных 100-годзю з дня заснавання беларускай міліцыі. У центры увагі – гісторыя становлення гомельскага падраздзялення ўнутраных справ, подзвігі і заслугі офіцераў, найбольш значныя падзеі і гучныя крымінальныя справы. Аб тым, як стваралася гомельская міліцыя, з якімі цяжкасцямі і выклікамі сустрэліся на пачатку 20-га стагоддзя першыя офіцеры гэтага падраздзялення – наш наступны матэрыял. 1919 год. Час становления советской улады разом с тем разгулу Украине подпольных узброенных сил и бандформирования. Магчыма, не было бы на сторонках истории створения гомельской милиции героичного подвига, калі б не одна значная подея. Антиурадовый мятеж под керавництвом Владимира Стрекопытова, былого царского офицера, загадчика господарки 68-го батальона Червоной армии. И он, по сутности, скористался бунтом червоноармейцев, их нежаданием идти на фронт и неудалым выступлением 68-го полка супраць сил Симона Пятлюры. После чего у вынику блескучей промовы перед дезертырами стал лидером мятежников. С нескольких батальонов Стрекопытовым был сформирован один полк, при подтримке якого на часы территории сучасной Гомельщины лидер повстанцев хотел обвестить створение Русской Народной Республики. Он заявил солдатам, говорит, двигаться в Россию нельзя. Троцкий нас за уход с фронта и побег, ну, оставление позиции, говорит, не помилует. Поэтому давайте устроим здесь, вовлечем, ну, скажем так, небольшую революцию, вовлечем в нее как можно больше народа, а потом будем предъявлять свои условия. Значит, чисто из этих соображений, я думаю, они и устроили этот, ну, скажем так, захват города. Супрацьстаяць мятежнікам давялося московскому атраду Всероссийской надзвычайной комиссии, партактыву интернациональной роте и першим атрадам гомельской милиции. Повстанцы захапили чыгуначный вузел, городской турму выпустили на волю осужденных, узяли под контроль телеграф. Долгий час им удавалось дезинформовать советскую ладу лживыми поведомлениями. Основные ж подеи, связанные с обороной Гомеля, развернулись у гостиницы «Совой». Теперь это будинок старого универмага. Узначали у группу оборонцев и Ипполит Войцехович. Так в обороне гостиницы «Совой», кроме Войцеховича, принимали участие и многие другие милиционеры. Один из них, Колбовский, оставил следующие воспоминания, из которых наиболее запомнились строки. «Когда банда ворвалась в «Совой» и пулемет уже очутился в их руках, я решил живым не сдаваться». Ну, милиционер выжил в круговерти гражданской войны, а вот один из первых начальников Гомельской уездной милиции, Войцехович, погиб. У вынику солдаты Стрекопытова узяли над коммунарами верх. Пообяцавши заховать оборонцам жить, мятежники примусили их покинуть гостиницу. Однако не стримали слова. Частку офицеров расстреляли одразу. Остатних кинули за краты и покарали позднее. Впоследствии все члены ревкома, это Орбах, Белецкий, Ланге, Комиссаров, значит, были убиты, причем зверски. Так. И вот в честь этих, так сказать, героев революции были названы улицы города Гомеля. У своих руках стрекопытовцы трымали Гомель усяго 3 дні. 27 соковика 1919 года помеж бригадой мятежников и частями Червоной армии почались бои за областный центр. Повстанцы отступили спочатку у Речицу, а потом были с большего ликвидованы. Выжившие мятежники долучились до отрада у Пятлюры. Подвиг коммунаров назавжды трапил на сторонки истории гомельской милиции, якая по сутности, як особное подразделение, сформировалось праз 20 дней после гэтых подей. 18 красовика 1919 года. Александр Гамоля, Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».